Итак, мы продолжаем наше исследование книги Откровения, и мы достаточно глубоко с вами уже находимся в исследовании, пожалуй, самой сложной ее части, где идет видение о семи ангелах и семи трубах. Итак, мы говорили о том, что неспособность христианства изменить мир в связи с тем, что христианство пошло на компромисс с язычеством, оно ведет не только к упадку внутри церкви, к падению и полному, как говорится, краху миссии церкви, но оно и ведет к полнейшему мировому хаосу. И мы это можем пронаблюдать очень хорошо социологически на сегодняшних примерах. Сегодня мы однозначно видим, что те страны, где развитие библейской истины продвинулось наибольшим образом, являются более успешными, нежели страны, в которых все держится на консервативных, традиционных началах, и библейская истина не имеет развития. Сравните, например, на американском континенте протестантскую Северную Америку с католической Южной Америкой. Эти страны одинаково были странами иммиграции, эти страны были странами равных возможностей, но даже вот такие два государства, как США и Мексика, которые начали свой исторический путь в одно и то же время и стали демократическими государствами, мы видим, что Соединенные Штаты и Канада находятся на две головы выше католической Мексики. Это лишь социологическое наблюдение. Но к чему это все? Дело в том, что подобная логика, она уже присутствует в Священном Писании. Книга пророка Исаии, видение Исаии о горе Божьей, о Иудее Иерусалиме, которое он записал со 2 по 4 стихи, очень четко показывает о том, как Израиль, не выполнив свою миссию, тем самым является причиной того, что когда Господь приходит на эту землю, некого спасать, некому спастись, и земля находится в полнейшем хаосе. Точно так же и здесь. Библейская истина – это очень универсальная истина. И если действительно следовать этим принципам, Господь обещает, если будете исполнять заповеди мои, то я не наведу на вас ни болезней, которые постигают египтян, и поля у вас будут приносить урожай, и врагов у вас не будет. А естественно, если вы отступите от заповедей моих, то все эти проклятия вас постигнут. Это мы можем читать в книге Левит, 26 глава. И здесь явно мы видим проклятие за проклятиями. И особенно 10 стих и 11 стих мы видим, почему эти проклятия постигают этот мир. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Ну, конечно, особенно в контексте событий 20-летней давности, я помню, как этот текст был извлечен из контекста книги Откровения, и как все махали книгой Откровения и говорили: «А полынь, это же, оказывается, Чернобыль!» Ну, естественно, прошло 20 лет, и мы понимаем, что таких вот, на таких аналогиях долго не проживешь. А куда это у нас идет, и какие источники есть у нас из Ветхого Завета? Единственный источник, рассказывающий нам о горькой воде, у нас их, кстати говоря, два, и эти оба источника, они говорят, что горькая вода, в общем-то, может означать. Первый источник – это книга «Исход», когда израильский народ, он вышел из Египта, и, перейдя Черное море, они оказались у источников, и вода там была горькая. И мы видим, как народ Божий восстал и стал роптать. Это определенный такой дает нам намек, но здесь, конечно, есть один недостаток в этой параллели, связанный с тем, что прежде всего здесь эта вода была горькая. Почему эта вода была горькой? Ее никто не делал горькой. Просто в пустыне есть такие источники, состав которых даже хуже, чем морская вода. На морской воде еще можно выращивать финиковые пальмы. А это состав такой же, как в Мертвом море. Это действительно горькая вода. Но я вам показываю специально два варианта, чтобы вы могли видеть, как можно анализировать текст. И я вам покажу второй вариант, который мне лично более близкий. Это книга «Чисел», 5 глава. Здесь, в этой главе, начиная с 11 текста, говорится о семейной проблеме, когда муж подозревает жену свою в супружеской измене. И в этом случае закон Торы оберегает женщину от мужа, который сразу из-за подозрений захочет с ней развестись. Прежде чем развестись с женой, муж должен с женой прийти в храм к священнику, принести жертву Богу, поклониться, помолиться Богу, а потом священник говорит: давай-ка, если ты подозреваешь, проверим. Давай сейчас возьмем, он берет немножечко там земли с пола святилища, смешивает ее с водой и делает эту воду горькой. И говорит: если твоя жена выпьет эту воду и ничего с ней не произошло, то твои подозрения абсолютно напрасны и параноидальны. А если все-таки она тебе так и изменила, то на нее найдут проклятие, и там, естественно, написаны эти страшные проклятия. Не кажется ли вам, что именно здесь речь идет о том, что треть людей умерла, которые выпили эту воду? То есть вода в реках, ставшая горькой, сделала вред только определенной группе людей, которая, естественно, исходя из книги «Чисел», 5 глава, получается, виновны в супружеской измене. А что означает по Библии измена супружеская по отношению к Богу? Это идолопоклонство. И Израиль, впавший в идолопоклонство, называется неверной женой. И таким образом мы видим здесь, что опять складывается ситуация, при которой
что-то явно происходит с этой церковью, которую Бог оставил на земле. Что-то явно она даже вот такой тест не проходит. И явно показывается измена Богу. Мы видим вот эту ситуацию, мы видим, как эта ситуация развивается. И в отличие вот от печатей и церквей, где динамика развития идет сначала в регресс, потом достигает самой нижней точки, потом идет подъем, здесь по отношению к миру никакого просвета и никакого подъема не наблюдается. Мир лучше не становится. Технология увеличивается, совершенствуется, больше становится всякого гуманизма вроде бы, и кажется, мир все улучшается, улучшается, как это мы с вами вроде бы всю жизнь знали на основании марксистско-ленинского такого атеизма, но согласно пророчеству мир становится хуже и хуже. И падает ниже и ниже. Мы говорили о том, что не всегда на каждую трубу легко найти историческую аналогию. Но мы видели с вами, как четко в данном случае здесь срабатывает небесная составляющая. Мы очень ясно видим каждый элемент небесного святилища. И опять шестой ангел у нас трубит, и мы видим опять жертвенник, который стоит уже пред Богом. Мы его один раз уже видели. Вот я покажу крупным планом. Получается, вот он здесь находится. Но теперь Иоанн уже никого не видит, а лишь только слышит голос от жертвенника, от четырех его рогов. Вот это выражение «рога жертвенника», «четыре рога жертвенника», оно тоже встречается всего лишь один раз в Священном Писании, в книге «Откровение», в книге «Исход», 30 глава, 10 текст. Написано: «И будет совершать Аарон очищение над рогами его», имеется в виду жертвенника благородных курений, «однажды в год». Что мы видим с вами? Мы явно видим с вами прогрессивное развитие ритуала Дня Очищения, который начинается у нас в книге Откровения с того момента, когда первосвященник просто совершает обычное ежедневное служение у светильника. Но этот первосвященник постепенно движется к своей цели, и вот он уже находится за жертвенником, там, где ему надо очистить рога этого жертвенника. И там он уже находится, буквально говоря, одной ногой во святое святых. И опять после окончания шестой трубы опять происходит пауза. И эта пауза у нас длится до конца 11 главы. И нам что-то хочет Иоанн показать.
10 глава. «Видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком, над головой его была радуга, лицо его, как солнце, ноги его, как столпы огненные, в руке у него книжка раскрытая. Он поставил правую ногу свою на море, а левую на землю». И что дальше видит Иоанн? «Ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что в нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». Итак, мы видим два с вами очень интересных признака. С одной стороны, на земле мы видим, на небе вернее, мы видим ситуацию, когда первосвященник уже вот-вот готов зайти за завесу. С другой стороны, мы видим на земле небесную проекцию, вернее, земную проекцию этого события, когда ангел заявляет о том, что все, времени уже не будет. И что у нас остается? А остается у нас следующая интересная информация, 7 текст. «Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел», да, то есть шестой уже протрубил, и мы видим, где находится первосвященник. А у нас дальше идет такая ссылка на будущее. «В те дни, которые будет седьмой ангел трубить, тогда совершится тайна Божия, которую он благовествовал рабам своим пророкам». Что же происходит, когда трубит седьмой ангел? Давайте посмотрим книгу Откровения, 11 глава, 19 текст. «При седьмой трубе, во-первых, раздались громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделось царством Господа нашего Иисуса Христа и будет царствовать во веки веков». И тут 24 старца опять поклоняются Богу, и язычники свирепеют. Но дальше события в 19 тексте. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета в храме его». То есть мы видим следующий этап, когда наш первосвященник наконец заходит во святое святых и виден ковчег завета. Кто-то может спросить меня, а почему вот на основании 15 текста это не является, например, вторым пришествием? Ответ на это очень простой. Мы позже будем исследовать эту главу, но книга Откровения, 15 глава, 5 текст, говорит нам о том, что храм скинии свидетельства на небе опять открывается. То есть мы уже говорили об этом, что здесь у нас книга Откровения показывает нам буквальное исполнение всего дня очищения в полном объеме на небе. Первосвященник начинает с входа во святилище, светильника. Почему со светильника, тоже понятно, потому что, конечно же, начинается все с принесения утренней жертвы и потом с принесения козла в жертву за грех. Но мы знаем, где и когда все эти жертвы принесены. Так как это все имело место на земле, на Голгофе, первосвященнику остается начинать свое служение только со святого отделения святилища.
И, как говорится, аккуратненько продвигаться вглубь. И вот мы пришли с вами к тому, что первосвященник продвинулся вглубь. Вопрос возникает следующий. А что это за тайна, которая должна открыться после того, как трубный звук протрубил? Что ж, давайте попытаемся разобраться. Мы видим в начале 10 главы, что у ангела в руке есть раскрытая книжка. Ну, мы понимаем, что это не такая книжка, а это свиток. Ну и, естественно, так как ангел одной ногой стоит на море, а другой стоит на земле, то мы себе представляем, что явно этого ангела хорошая такая, мощный разворот плечей, и, естественно, он может себе позволить раскрыть всю книжку, развернув свиток, чтобы все ее могли прочитать. Единственная ссылка у нас на книжку, которая когда-либо была закрыта, единственная книжка в Библии, которая когда-либо была закрыта, это книжка пророка Даниила. Здесь в книге Даниила, 12 глава и 4 текст, записано у нас: «А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени». То есть мы видим, какое совпадение. Ангел книжку открывает и говорит, а времени уже не будет. Значит, явно речь идет о книге Даниила. И дальше у нас интересно идет сцена. 9 текст. «Я подошел к ангелу и сказал ему, дай мне книжку, и сказал мне, возьми и съешь ее». Она будет горька во чреве твоем, но на устах твоих будет сладко, как мед. Эти тексты, эти образы опять имеют место только в книге пророка Иезекииля. Мы неоднократно говорили о том, что для понимания книги Откровения без понимания Иезекииля очень трудно разобраться. Видите, сколько образов у нас. То из книги Левит, то из книги Иезекииля. И вот, что у нас идет в книге Иезекииля про книжку. Речь идет здесь о том, как Иезекииль, увидев божественную колесницу, движущуюся к Иерусалиму. И уже об этом образе в первой главе книги Иезекииля мы говорили, когда изучали 4 главу книги Откровения. Иезекииль начинает после этого разговаривать с Богом. Вернее, Бог явился к нему и говорит им: «Сын человеческий», 3 текст 2 главы, «я посылаю к тебя сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Эти сыны с огрубелым лицом, жестким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им, так говорит Господь Бог, будут они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них». Что мы с вами видим? Мы с вами видим конкретное поручение, которое Бог хочет дать Иезекиилю, священнику, сыну Вузия. Он говорит, ты будешь еще и совершать пророческое служение.
И дальше у нас идет интересная сцена. Восьмой текст. «Сын человеческий, слушай, что я буду говорить тебе. Не буду прям, как этот мятежный дом. Открой уста твои и съешь, что я дам тебе. И увидел я, вот рука простерта ко мне, и вот в ней книжный свиток». И он развернул его, и передо мною, и вот исписан был изнутри и снаружи, и написано «плач, стон и горе». И сказал мне, «Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, иди и говори к дому Израилеву». И когда я открыл уста мои, он дал мне съесть свиток и сказал мне, «Напитай чрево, наполни внутренность твоим этим свитком, который я даю тебе». И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Точная копия, точные слова, которые здесь в книге Откровения у нас возникают. Естественно, Иоанн подходит к ангелу, ангел ему дает книжку, и он ее съедает точно так же, как пророк Иезекииль перед своим помазанием. Ему становится сладко, как мед, но, конечно, в чреве горько. И после этого один текст говорит ему, «Тебе надлежит», 11 текст говорит, «Тебе надлежит опять пророчествовать». Кому надлежит опять пророчествовать? Кому надлежит восстановить пророческий дар, который существовал в Библии? Иоанну ли? Трудный вопрос. Трудный почему? Потому что мы здесь видим временные рамки. Временные рамки здесь такие, что это явно происходит после того, как шестой ангел трубит, и прямо перед тем, как седьмой ангел трубит, и первосвященник заходит во святое святых. Обращается ли Господь здесь к Иоанну? Случилось ли это где-то в первом веке нашей эры, пока Иоанн еще не умер? Или, может быть, под образом Иоанна имеется в виду кто-то другой? Эти вопросы нам можно будет на них ответить только после того, как мы поймем, что же это за тайна, которая открывается рабам-пророкам после того, как трубит седьмой ангел.